Вновь наши земляки прославились на всю страну. Данил Шрайнер принял участие в известном шоу на федеральном канале и даже установил рекорд. В эфире шоу «Я почти знаменит» житель Красноярска, блогер Даниил Шрайнер нацепил себе на лицо 90 белевых прищепок и продержался так целую минуту. Таким образом, он поставил всероссийский рекорд, который зафиксировали представители международного агентства. До кастинга молодой человек заполнил анкету участника и прошел предварительный отбор в Zoom. Как говорит сам Данил, выступления и съемки на федеральном канале у него первые, и ему было страшно. В финал шоу парень не попал, но члены жюри и зрители были в шоке от его номера. Блогер уже на протяжении 2 лет занимается тем, что ставит рекорды и разные эксперименты над собой. Рецептная вода. Принимайте ее всегда. К испытанию с белевыми прищепками Данил пришел случайно. Увидел картинку в интернете и решил повторить. Как говорит парень, это больно, но терпимо.